перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Алло. Алло. Сейчас погодь, Володь. Слышишь? Слышишь меня? Еще раз попробуем. Не, уже не в Караганде. В Караганде, пожалуй, был самый громкий концерт. Спасибо всем, кто в Караганде. Мы уже сегодня в Астане. У нас 5 утра, но из-за того, что постоянные передвижения, до 5 часов спал вечера. Еще в машине потом поспал, так что есть время побежать. Мое автопати сегодня 40 минуточек побегал. Все. Дядя завис что-то. У дяди не фурычит. Системный блок. В чем у вас там? Брестская область. Сегодня занимались днем. В Караганде был отличный боксерский зал. Провели экстренную выездную тренировочку. Потом концертик 1:40. Динамики сейчас 40 минут. Короче, наш план достигаем. Там осталось 5 килограмм до 20 апреля, до дня рождения, чтобы весить соточку. План будет выполнен, друзья. Надеюсь, у нас все получится. Так что вот так. Не поздно бегать. Да, нет, нормально. Нормально. Бегать не поздно. Колбасу жрать поздно. Хотеть хочется. Ладно, всех обнял. Ну, в Астане завтра всех. Жду на концерте. Обнимаю вас, собственно. Обнимаю. Вот он. Вот он. Вот он, вот Вась. Вот он вот. Вот он, Вась. Фу. Я вас обнимаю.
Мы идем постепенно. Наши цели 20 апреля нужно спуститься до соточки. Дед Митяй, приветствую, родной. Спуститься до соточки. Нам осталось немного, 6 килограмм. Слушай, чернуху варить потяжелее будет. Так что вот такие вот дела, ребят. Дед всегда берегу. Так что я думаю, к 20 апреля кабан будет готов. Других вариантов же у нас нет, правильно? Куда отступать? Ну, цель у нас стоит на 40-летие. А там мы посмотрим. Долгий план у нас. Долгострой, так сказать. Но, мне кажется, это интересно. Капасити, привет. Всем привет, дорогие друзья. В Казахстан сейчас не буду худой, как Гуф. Все, что угодно, лишь бы не как Гуф. Придется обратно отожраться. Ладно, это шутки все. Обнимаю вас крепко, пошел собираться. Работать. Чао-чао, бомбино, синьориты. Все правильно, идем, Ань. Уже не знаю, куда идти. Всем привет, кто на связи. Все, всех обнял, пока. Про прямой эфир. Давно не выходил из спортзала. Эфир. Вот здесь, да? Итак, что нового? Что нового? Спрашивайте. Или не спрашивайте, что нового. Мы сейчас находимся в нашем путешествии в мини-туре. Миша, привет, всем передай. Всем привет. Находимся в мини-туре по Казахстану. Вчера мы выступали в Алматы, был замечательный, удивительный концерт. Спасибо всем нашим людям. Сегодня мы в Караганде. И, как всегда, с утреца мы подумали проснуться, чем бы заняться, потренироваться. И когда мы посмотрели в окно, окно сказало за нас, что небольшая тренька перед концертом. Разогрев, прогрев и тому подобное. Да, спасибо. Похудел, да. 10 кило скинул. Но это только начало пути. Надо до лета еще скинуть. Да нет, до 20 апреля пятерочка уходит. И потом мы приходим в железо и выстраиваем уже корсет. Так что вот так. Так что всем, кто здесь наши есть, в Караганде сегодня делаем концерт, всех ждем. Завтра Астана, и мы всех непременно ждем там. Так что вот так, я вас всех обнимаю. Сейчас мы сделаем небольшой выход в эфир, нашу рубрику «Говори, говори». Ну почему же ты молчишь? Так, посмотрим, кто у нас есть из друзей. Так, у нас просто ЦСКА чемпион. Всем привет. Так, все с пятки еще, да? Все отдыхают. Все отдыхают. Пол четвертого уже? Да? Ладно, все, всех обнимаю. Вечером на концерте.
хороших выходных.